Добрый день, майор Молочный. Искренне, искренне рад вас видеть, потому что вы порушили. Порушение треба наказывать, так сказать, финансово и материально, поэтому что? Искренне рад вас видеть. Я тоже вас рад видеть, потому что признаю, да, там нарушил, виноват. Ну, понимаете, что виноват в карман не положишь, поэтому давайте переходить ближе к чему? К деньгам. Я понимаю, но... Такая ситуация, что я это еду, а грошей нема. Я понял. Вы знаете, это все ведет к бесполезным препинательствам с полным отсутствием финансовой перспективы. Деньгам. Давай я дам тебе что-то лучше денег. Вы знаете, как говорит одна дуже мудра людина, начальник районного МРЭО майор Перетятько, лучше денег, я теки шо, много денег. Я дам тебе золотую рыбку, она реально исполняет желание. Вот вы скажите, вот я не могу понять одного, вот почему у вас у всех вот такое вот сложилось мнение, что мы какие-то дебилы просто, вот. Вот ты что, вот я похож на дебила какой-то? Не похож на дебила, я тебе реально кажу, есть золотая рыбка. Я ее утром поймал на ставку, на ставок я пришел пешки, а сейчас еду на машине. Даже без справить их паспорта, потому что встиг загадать только машину, а желаний всего три, понимаешь? Ты еще и без справить их паспорта? О, парень, выходь из машины, будем жарить и тебе, и твою рыбу, давай. Вот я сейчас загадаю, чтобы ты меня отпустил, и отдам тебе эту рыбу. Понял? Вот так, диви. Золота рыба, сделай так, чтобы цей козел меня отпустил, бо у меня еще дома кури не кормлені. Все! Їдьте щасливо путі. Поїду. І рибу мені дайте. На. Тільки пам'ятай, у тебе залишилося всього одне бажання. Не змарнуй його. Йолки-палки, одне бажання. Треба відійти в сторонку, щоб люди не побачили, як мене ще з грошами засипить. Так. Рыбка, значит, слухай внимательно. У меня одно желание. Значит, хочу, чтобы я каждый час пинял по две машины. Мало. Загадай себе 5 километров одесской трассы в частную собственность. Торг здесь неуместен. 10! Андрюша, надо мыслить глобальней. Хочу быть начальником МРЭО. Нет, мало. Надо глобальней. Глобальней рыбка мыслить. Зроби меня начальником ГАИ всего Киева и Украины, а? О, нет. Галактики. Начальником ГАИ всей галактики. В общем, рыбка, я определился. Может, это, конечно, не скромно, но мое место в галактике. Эй, рыба, эй, мое место в галактике. Блин, ну это сволочь, а. Повезло тебе, что я номера не заполнил, так быть, я бы уничтожил тебя. Все, сейчас отомщу, сейчас поймаю первого попавшегося. Да долбусь за фигню и стики бабла скачаю. Пока, друг! Не, ну... Ну, джин, это уже реальная тема. Про него даже кино снимали. Джин, мое место в галактике. Да что ж за день сегодня такой? Ну ты чурка! Я тебе за...